принести мою глубокую большевистскую благодарность. За то доверие, которое вы оказали партии большевиков, членам которой я состою, и лично мне, как представитель этой. Я знаю, что значит доверие. Оно, естественно, возлагает на меня новую дополнительную обязанность. И стало быть, новую дополнительную ответственность. Что же? У нас, у большевиков, не принято отказывать от ответственности. Я ее принимаю с охотой. С своей стороны, я хотел бы заверить вас, товарищи, что вы можете смело положиться на товарища Сталина. Можете рассчитывать на то, что товарищ Сталин сумеет выполнить свой долг перед народом. Перед рабочим классом. Перед крестьянством. Перед интеллигенцией.